В спорткомплексе «Олимп» станицы Анастасиевской прошел открытый чемпионат района по такой дисциплине, как бочча. Это паралимпийский вид спорта, и славянцы его активно осваивают. Открытый чемпионат района по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата дисциплина бочча проводится ежегодно. В нем могут принять участие все желающие. В этом году побороться за победу приехали 20 спортсменов из 3 муниципалитетов края. В основном спортсмены с тяжелым заболеванием ДЦП принимают участие. В соревнованиях участвуют спортсмены Славянского района, Крымского и Красноармейского районов. Соревнования позволяют попасть в сборную Славянского района, чтобы принять участие в апреле в чемпионате Краснодарского края и, соответственно, получить спортивные разряды. Бочча – это паралимпийский вид спорта и чем-то напоминает боулинг и кёрлинг. Спортсмен, получивший право по жеребьевке выступать первым, вбрасывает белый шар. Затем начинается игра. Участники должны как можно ближе бросить свои мячи к белому. За каждый удачный бросок начисляются баллы. Побеждает тот, чьи мячи находятся ближе всего к белому и, соответственно, набрано больше всего баллов. Бочча – это прекрасный комплекс мероприятий по реабилитации людей с тяжелейшими формами заболеваний ДЦП и неврологическими поражениями двигательных функций. Для тех, кто не может самостоятельно бросить мяч, допускается использование специальных приспособлений. По итогам соревнований в копилке славянских спортсменов 2 золотых и 3 бронзовых медали. Поздравляем наших паралимпийцев с такими высокими результатами.